как сделать квашеную капусту, чтобы она получилась вкусной. Так, чтобы аж пальчики оближешь. Но для этого, конечно же, нам понадобится, ну понятно, это капуста, морковка и соль. Вместо сахара, да, морковка, фруктоза, которая есть. Ну и, конечно же, кроме вот этих основных ингредиентов, нам понадобится еще изюминка. Это семечко укропа. Капуста будет просто вообще супер. Суперская капуста. Мы понимаем, что квашеная капуста, она долго хранится. Очень много в ней витаминов. Витамина С. Интересно, что витамин С, чем дольше стоит она, тем он больше и больше его становится. То есть, это такое единственное блюдо, да, продукт, в котором витамина С становится больше, а не меньше. Ну и, конечно же, первое нам, что нужно, это капусту. Уберем листья. Верхние, которые будут нам мешать. И будем шинковать. Это можно по-разному делать. Кто-то ножом, кто-то вот такой вот штучкой крошит, кто-то шинковкой. Там нужно это сделать по-разному. То есть тут не имеет значения, как это соломка или как-то нарезано по-другому будет. Это не имеет значения, как вам больше нравится, так и делайте. Теперь приступим к первому, да, это шинковки. Получилось примерно около 9 литров, около 9, это 10-литровое ведро, примерно 9 литров, ну если не мять, да, вот так. И вот такая вот она получилась, соломкой. Я ножом нарезал, мне как-то вот так вот нравится. Будет потом удобно добавлять ее будет в борщ. У меня есть свой фирменный борщ. И вот в него я буду добавлять капусту такую. Сейчас нужно нам еще добавить сюда морковки, натереть морковки. Ну, по-разному можно, неважно, да. Кто-то режет, кто-то на терке натирает. Тут не имеет значения. Потом мы помнем, перемешаем морковку с капустой. И еще потом еще добавлю семечко укропа, тоже все это перемешаю. И уже помну капусту и поставлю груз.
Также добавляем сюда соль. На 3-литровую банку ложка соли. Получается столовая ложка соли. Здесь получается у нас 9 литров. Поэтому у нас будет 3 столовые ложки. Соль может быть разная. Тут крупная у меня, например. Может быть, да, экстра соль. Еще какая-то. Соленость у нее тоже может быть разная. Поэтому где-то может быть это отличаться. Где-то может быть больше соли или наоборот меньше. Потому что соль разная тоже может быть. Более соленая или менее соленая. Ну, теперь это мы перемешаем. Не я перемешаю, да. Перемешаю все это и помну ее хорошо. Надо так помять, клеточную структуру сломать, размять, чтобы оно липковатое стало немного. Да. То есть помять ее хорошо. Потом еще положим груз на нее. После того, как я все это перемешал, да, и помял потом, капуста стала примерно в 2 раза меньше. Ну, где-то было где-то 5 литров всего. Ну, поэтому я еще сюда добавил капусты и одну большую морковь. И опять все это перемешал и помял. И вот так вышло где-то 9 литров. Наверное, где-то так. Что-то видеть. Потом, конечно, грузом, когда поставлю груз, еще меньше станет. Ну и вот что вышло. Получается, что на ведро на 10 литров у нас вышло морковки 5 штук. 5 больших морковин. Соли 3 столовые ложки. Ну, может, если вы любите более соленую, например, может, вам нужно поболее. Или кто-то менее соленый любит, может, меньше надо соли. Или соль тоже может быть отличаться. Бывает соль, она низшего качества, поэтому она не такая соленая. Ну, для меня вот, вот такой вот получается 3 столовые ложки. Примерно на 3-литровую банку ложка соли столовая. 3 пачки укропа. Ну, если у кого-то свой, например, укроп, то тогда может быть, да, горсть, большая такая горсть укропа сюда добавить. Это даже лучше будет, свой укроп, более такой запашистый. Еще, может быть, да, кто-то скажет, ну вот, вдруг мы вот то, что вот сейчас помяли, да, вот, вдруг капуста сопливая будет. Я вот там пробовал у кого-то капуста сопливая. Я вот не хочу, я хочу, чтобы она была такая вкусная, хрустящая. Но то, что мы ее помяли, она не будет из-за этого сопливая. Сопливая она из-за того, что она замерзла, капуста. Ну, обычно люди, например, собрали капусту, да, и положили куда-нибудь сенце, да, куда-нибудь в кладовку, и она там замерзла, потом мороз ударил, и потом они решили, чтобы она не испортилась, они ее просто берут и квасят. Ну, естественно, она уже не хрустящая получается, а сопливая. Но вот чтобы была хрустящая, ну, она не должна быть замороженная, тогда она будет вкусная, такая хрустящая. Ну и вот когда мы поставим груз, потом, да, оно еще более плотно будет, да, и выделится еще сок, что тоже благополучно влияет на вот квашение. А также некоторые говорят, а вот горечь, надо протыкать.
Но горечь вообще, она... Как ее можно убрать, не протыкая, да? Ну и то, что протыкают люди, на самом деле, горечь она не убирается. Потому что не знает. Вообще, вот как убирают горечь, например, вот если вы делали салат из одуванчиков. Или, например, если по грузди, да, что вы делаете? Ну, обычно там воду туда добавляете соль. И она вот постоит несколько, да, сутки, да, обычно достаточно бывает часто. И после этого эта горечь уходит. Ну вот соль. Если мы сюда добавляем соль, то она уберет эту горечь. Такой консервант особый. А, еще вот особенность одну важную. Важно, очень важно, чтобы все мыть, да. Ведро это, да, емкость, которую вы делаете. Ну, вот я в ведре делаю, да, но обычно у меня 30-литровый бак, и в нем я, ну, в этом году мало капусты, поэтому вот мало делаю. Ну, там, конечно, лучше перемешивать, да, такую, да, ширину. То есть, естественно, перемешивать лучше в ведре, очень плохо перемешивать. Может быть, да, вам удобнее будет, например, если какой-то тазик будет, да, вы перемешаете в нем. Если в бочке такой, вообще здорово, в кастрюле большой, да, такой, в ней вообще все перемешал, легко перемешивается, и сразу же туда поставил груз на ней. А потом уже в банке, да, это вообще замечательно получается. И вот важно все это мыть хорошо. Руки мыть хорошо, да, и емкости, в которой мы делаем, хорошо мыть. Иначе будет плесень. У меня как-то было один раз такое. Не до конца вот кастрюлю такой помыл. Видно, вроде бы мыл-то, но может быть где-то там плесень попала. И вот потом, когда вот было квашение, брожение активное, как раз и плесень, она тоже запах начал развиваться, и запах был этот неприятный. Конечно, потом, когда в холод-то убрал, все это остановилось. Оно неприятный запах вот этот вот, он остался. Поэтому, да, что-то, что можно прокалить, да, в духовке, ну, ведро, конечно, такое не прокалит, да, сплавится. А вот что можно, да, вот банки какие-то, может быть, куда потом складывать будем, или что-то такое, вот лучше это сделать, чтобы не было плесени. Да, ну теперь мы поставим груз сюда, и да, будет у нас 3 дня стоять. Может быть, какую-то тарелку. Да, и потом сюда что-то такое тяжелое поставить важно. Какую-то, может, банку, да. Ну, конечно, я это не поставлю, но показываю просто, да, удобно. И поставил банку. Прошло 3 суток, и капуста должна прокваситься. Сейчас проверим. На вкус попробую. Ну и так проверим, что получилось же у нас. А, видно, да, сок вышел. Из-за того, что поставили груз, да, вышел сок. Это очень хорошо. Ну вот, это на самом деле уже давно, да, через сутки он поднялся вверх. Сейчас проверим, что получилось на вкус. Попробуем. И так вообще посмотрим. Так, ну вот. На цвет вообще супер. Хотя, если посмотреть, видно, что еще надо все-таки подождать сутки. Например, вот. Увеличу, чтобы лучше было видно. Почему? Местами капуста она не проквасилась. Видно беленькие. Вот этот лист белый. То, что побольше,
побольше листы. Видно, что еще не до конца проквасился. Вот здесь, вот, например, видно белое. Ой, сейчас я покажу. Вот. Белое. Ну и так много. Где? Ну-ка посмотрим. Будут. Да, много где, большие особенно. Мелкие, которые тоненькие, они проквасились. А вот что покрупнее кусочки, я ножом резал, поэтому местами было так, что кусочки побольше оказывались. Да, вот где-то крапинку. Еще надо подождать. Запах супер от нее идет. Цвет, запах крутой, конечно. Сейчас попробуем на вкус этого. Что получилось у нас по вкусу? Суперский вкус. Как я говорил, никакой горечи нету, потому что соль убивает горечь. И ничего не надо тыкать. Просто благодаря соли, такому важному веществу, получается, что убивает всю горечь. Кисленькая капуста, соль нормально положена. Соли, ну, для меня соль по соли нормально. Как говорил, может, вам более соленое или менее нравится, вы сами попробуйте, уже сами решите. Ну, для меня по соли вообще супер. Так, теперь что еще хочу сказать. Ну, наверное, вот теперь я поставлю еще все-таки на сутки. Поставлю, постоит она. И после этого нужно будет остановить процесс брожения, ну или квашения. А для этого нужно будет убрать в холодное место. И все, и это все остановится тогда. Если мы это не уберем, оно будет продолжать киснуть. Ну, и чему это приведет, лучше не знать. Поэтому вот постоит еще, да, сутки у меня, оно проквасится до конца. После этого я разложу банки и все. Положу в холодное место. Под пол положу. Можно в холодильник убрать. Остановится процесс брожения. Ну и все. Вообще супер. Потом она еще постоит, еще это вообще супер будет. Конечно. Еще лучше. За уши не оттянуть. Поэтому делайте квашеную капусту в собственном соку, без всяких там лишних добавок. Да, и приятного вам аппетита.